Я пошел в лес в гости к своим любимым капибарам. Но вдруг я стукнулся головой в ветку. Ой, а я кто? Что-то кушать хочется. О, мясо. Ням-ням. А вы кто? И тут началась эпичная битва. Но прилетел инопланетянин и забрал меня на свою тарелку. Готово. Сейчас мы вылечим твою голову. О, мои любимые капибары. О, озеро. Суету навести хочу. О нет, куда ты провалился? Холодно. Я тебя спасу. А, помогите. Я сейчас вас всех спасу. Спаси нас. Сейчас, хватайтесь. Я замерз, холодно. Идемте за мной, я помогу вам. Сейчас я вас вылечу. Однажды мы с друзьями возвращались с тренировки. О, гора! Давайте на нее заберемся. Да, давайте. Зря мы сюда пришли. Тебя послушали. Сам виноват. Ах ты, вот тебе. Хватит спорить. Ой. Ай, больно. Холодно. Пингвин, мы тебя спасем. Ура, идем, я тебе налью горячего чая. Я сидел и плакал, как вдруг подошла какая-то бабуля и сказала: не плачь, ты пацан или кто? Ага. Надо сегодня сварить уху. О, клюет. Вау, как тут красиво. Кто-то кричал. О. Спасибо, что спас меня. Я плавал на своем кораблике, как вдруг началась буря. А потом... Где я? Это что, Антарктида? Уф, как тут холодно. Привет, ты кто такой? Я Ух. Что с тобой случилось? Я плавал на своем кораблике, а потом он сломался. И я замерз. Пойдем ко мне домой, я тебе налью горячего чая. Вот тебе чай, согрейся, на здоровье. Спасибо. А как мне теперь вернуться домой? Придумаем потом, наверное. Похоже, что здесь большой червяк проползал. Смотри, какой след. Он огромный. Не, таких не бывает. Давай проверим. Как же его спасти? Я думал, что его не существует. Спасибо тебе, что спас. Я тоже так думаю. Хотите чая? Валим отсюда. Отпусти меня, ухушка. А я исполню 3 твоих желания. Я согласен. Мое первое желание... Хочу 1 миллион подписчиков. Да будет исполнено.
Мое второе желание. Хочу 10 миллионов робуксов. Да будет исполнено. А третье желание. Хочу, чтобы ты забыл, что исполнил три моих желания.